Привет, друзья! Это мое новое видео. Его я хочу посвятить, как всегда, нашему прекрасному волейболу. Но я уверена, что мало кто знает, что моя команда играет не только турецкий чемпионат, но и выступает в Европейском кубке, Кубок ЦЕФ. Это второй по значимости кубок после Лиги чемпионов. Через несколько дней моя команда будет играть принципиальный, важный матч за выход в четверку против немецкой команды из Дрездена. И я хочу пригласить вас с собой в это путешествие, показать вам наш настрой, раздевалку, тренировки, ну и наш обычный, привычный нам быт, но для вас, я думаю, будет очень интересно. Ну что, поехали? Сейчас у нас утром тренировка, тренажерный зал, и я беру вас с собой. Пошли качать наши мышцы и готовиться к серьезнейшему матчу. Браво! Браво! Знаете, что мы будем сейчас делать? Нас будут проверять, называется фэт-тест. Делают замеры живота, с рук, с ног, вес. И таким способом проверяют соотношение процентов жира и мышц. Чё, газель, а? Коша, are you losing fat? What do you think? I hope I'm losing fat, not brain. No, when you start to lose fat, brain also going down. Naturally, you know? Maybe this is the problem. I have a good shape, huh? Yes, yes, you look so good actually. With thank this you, light, thank you so much. When we turn off the lights, you look better. We will see after comments. Yes. No, no, you look so good. Please. Our amazing setter. Yes. It's your amazing shape. You should see me 2 years before, you know? Your press, huh? After the baby. Show for everybody how it should be, huh? Real volleyball mom. Так, берем нашу программу для фитнеса. Вот моя на сегодня. Мои все упражнения, количество, вес, все написано. И приступаем. Браво, Нелюш. Бицепс, трицепс, квадрицепс. He has amazing shoulder now. He's working for 3-4 months. I will check up on body fat. Body fat. We will do body fat tomorrow morning to him. Evet, evet. Koşa, I will tell you one thing. Elif Su nasıl? Elif Su, she's in the university preparation. She has some English exam. And
we help her for her exam. Yesterday she sent me 20 different files on WhatsApp. I have to work because I will do her exam. Yo! Yes! Really? I think you should buy good present for Nilay for this. And this is real teammates. У нас с утра был только фитнес, тренировка закончена, и, к сожалению, в зале было так темно, у нас что-то было со светом, и мне не удалось в полноценном объеме поснимать нашу тренировку и подготовку. Но какие-то кусочки есть, я надеюсь, что хоть что-то новое увидите. Федор уже меня ждет, подъезжает на машине. Но сейчас мы поедем в одно интересное место под названием Турецкий базар, который находится прямо практически напротив нашего зала, и каждый понедельник до локдауна, до ограничений из-за короны. Это было каждое воскресенье, а теперь каждый понедельник у нас есть рынок, базар, где продают свежие овощи, фрукты, крупы, оливки, масла. Все домашнее, очень вкусное. Покажу, где мы заполняем наш холодильник. Вот наш рынок. Прекрасный. Позади нас наш зал. Буквально там, не знаю, 500 метров до зала. Поэтому очень удобно. Наш любимый парень, где мы покупаем у него гранаты, яблоки, хурму. Вот они все. Hello. У этого прекрасного дядечки мы покупаем наивкуснейшие оливки, крупы, масла. Все домашнее делает его жена, он. Домашние макароны. Очень-очень вкусная. Каждую неделю мы закупаемся здесь. Это еще? Новому. Вот домашняя томатная паста. It's okay. Ага. Орешки, фисташечки. Федор, будешь фисташечки? Чуть-чуть. Что только ваша душа пожелает. Ну, они здесь все честные, они никогда нас не обманывают. Таня тем более. Угорает над нами все время. А еще мы приезжаем всегда за свежей рыбкой на рынок. Здесь работают, я так понимаю, рыбаки, которые ловят ее и свеженькую привозят. Сейчас нам почистят два сибаса. Вот нам чистят нашу рыбку. Hello. И это не все. Наши покупки. Если мы что-то не купили, то в среду работает еще один рынок. Ну, я надеюсь, что мы все купили, судя по пакетам. Но мы так постоянно затариваемся. И Федька все съедает. Да? Да, Танька-то вообще не ест. Петя, зачем ты маску надел в машине, когда со своей женой? Покажи свое хитрое лицо. Не сдерживай себя, можешь что-нибудь сказать. Да, буду умнее, промолчу. Покажу вам наши покупки, наши пакеты. Здесь у нас фрукты, хлеб, хурма, перец, клубника. Яблоки, бананы, апельсины, лимоны, зелень. Все есть. Федя уже приступает к обещанным заданиям. Сказал, что помощь моя ему не нужна. Федь, нужна тебе моя помощь? Вообще ни в чем не нужна. Нет? А что ты будешь готовить? Я разберусь с этим. Федя обещал борщ и сказал, чтобы я уходила с кухни. Золотой. Просто пользы никакой нет в этот момент. Золотой муж. Все, я пошла делать пользу в других местах, хорошо? Федя, кто борщ готовил? Главный шеф-повар. Ну, Федя, ну не обманывай.
Я ж тебе все сделала, все порезала, натерла. Смотрите, какой красавчик. Самое главное, это я делаю. Борщ у нас веганский, без мяса. Федь, ну жена твоя молодец? Чуть-чуть. Ну, Федь, ну я все сделала, правда. Потом попробуем, я не знаю, может он невкусный ты сделал. Нет, специи ж ты добавлял, я только все резала тебе. Ну, посмотрим. Загружал и все сортировал. Может, ты там нарезала так, что он невкусный. То есть все было дело в нарезке, да? Конечно. Борщ готов. Увидимся на вечерней тренировке. Мы уже готовимся выезжать на вторую тренировку. Стою около машины. Федор забыл ключи от машины. Ну, что поделать. Возраст все-таки. И уже память не так свежа. Поэтому он побежал за ключами домой, обратно в квартиру. Спасибо, Федусь. Главное терпение. Да. А кто забыл ключи? Ты забыла. Будем считать, что так. Главное промолчать вовремя, правильно? Федя, спасибо тебе большое. Это ты еще будешь меня учить, как промолчать. Молодец, Танюш. Идиллия просто вообще. Идиллия. Все, в путь, Федь. Поехали. Смотрите, кому мы встретили. Какая девушка впереди. Олеся. Не знаю, видно или нет. Вот, собственно, зал. Я вам уже его показывала. Ну, показываю еще раз. Здесь проходят все наши игры. Там кладбище. Сколько у тебя, Федь? 5. Два раза сломалась на мне. Сейчас у нас ковид-тест. Да. Давай, Федь, покажи. Стойкость. Окей. Давай, я следующий. Давай, удачи тебе. Каждый, кстати, доктор делает по-разному. Этот немного какой-то серьезный. Этот хочет узнать всю истину. Точно раскопать. На 100%. Здесь 100% гарантия. Увидимся, Федь. Пока-пока. Наша раздевалка. Я свои вещи уже положила. Олесечка здесь. Здравствуйте. Так выглядит наша раздевалка. Они каждый раз разные у нас. Здесь могут переодеваться... Все команды, кто первый займет, того и тапки, да, Олеся? Да. Queen, where are you? I'm here, Dana. No morning practice. Of course, I don't need. Йок-йок. Йок-йок. Йок practice morning. Йок-йок. Йок morning practice. This is our one and only professional. Тренеры готовятся. Bu ekibi geçerek bir sonraki final turuna çıkmak istiyoruz. Covid nedeniyle gelecek olan rakiplerimizin bazı takımlar maalesef gelemiyorlar. O yüzden tek maç üstünden olacak. Tell me. Yine beni görmeyi başardınız. Why you're so beautiful, huh? Because I'm born like this. Yes, it's true. Бомба! You are bomb.
нас закончилась тренировка, в зале тишина. Что бы вы думали? Остался здесь. Профессионалы старались растягивать. Олеся, молодец. Молодец. Все уже дома, а Олеся все растягивает. Свет уже потушили. Ну что, оставляем ее здесь, Федь? Да. Оставляем, оставляем профессионала здесь? Пока-пока. До завтра. Пока, Илюська. До завтра. Пока. Да. Вот наш зал красавец, еще раз вам покажу. Здесь будет проходить наш матч. И, в принципе, здесь проходит вся волейбольная жизнь Стамбула, да, проходит в этом зале. Мы приехали домой после тренировки. Возвращаемся с паркинга. А это значит, что мы пойдем сейчас кушать, ужинать и отдыхать. Поэтому, ой, какой яркий свет. Федь, давай лучше тебя. Ты будешь красотой спасать мой YouTube. Ох. Федор, скажи, что увидимся завтра. Что... Завтра увидимся. Так? Да, спасибо большое. Пока-пока. Хорошо. Пока-пока. Ну что, друзья, у нас сегодня новый день. Для нас он игровой, и сейчас наступило утро, мы уже встали, я позавтракала, и хочу показать вам, чем занимается Федя. Это потому, что очень интересно, он поставил для себя такой челлендж, задачу, и каждое утро отжимается. Сейчас он расскажет, сколько и зачем, чтобы я не ошиблась в расчетах. Федор молодец. Молодец, Федя. Больше нечего снимать. Федь, расскажи, сколько у тебя отжиманий каждый день? Каждый день я делаю 200 отжиманий. Это я насмотрелся там в Ютубе всяких роликов, решил, что я могу попробовать. И вот мне осталось уже 4 дня. У меня будет ровно месяц, как я делаю. Ну, чувствую, здесь у меня чуть-чуть подросло. Здесь по... плотнее стало. Ну, это классный Челлендж. Ну, если здесь подросло, может, мне тоже отжиматься? Нет, тебе не надо, у тебя все нормально. Все нормально, ну, слава богу. Молодец, Федь, я тобой горжусь. На сегодня. Давай, я тобой горжусь. Все. Все. Мы выехали на утреннюю тренировку. Сейчас уже несколько дней в Стамбуле идет дождь. Это и есть настоящая зима. Вместо снега здесь дожди. Но, кстати, снег был тоже недавно, но очень быстро растаял. Очень дождливая погода, небо серое. Ну, кстати, иногда появляется и солнышко. А Федор продолжает нас удивлять и носить шорты в 5 градусов, да? Да. По привычке. Он, ты так теплую погоду зазываешь? Да, заманивает, заманивает. Заманивает, да. Он говорит... Надо немножко переждать, на характере ждет. Для Нижневартовска это тепло, так что мне нормально. Так как Федор у нас большую часть своей жизни прожил на севере, в Нижневартовске, это более 20 лет. Да. Для него это просто 5 градусов, это семечки. А Людь помогает? Проснуться? Я готовлюсь сейчас подачу подавать. Это очень важно. Наш противник. Они не знают, что мы засняли их. Good morning. Good morning. Hi. Be cute. Чимомо. И все рады. Скажи поле. Аут, аут. Чуть-чуть. Колтори. Вик. Мюдюр. Мюдюр. Father asking, where is your мюдюр? In my heart. Oğlum, hani мюдюр? Мюдюр nerede ya? Burada. Hadi şu abla evine küçük at telefon kamerasına. Say hello. Ma. Hadi Galatasaray şampiyon. Şampiyon. Şampiyon Galatasaray. Evet canım. Hadi görüşürüz.
Утренняя тренировка закончилась, мы выехали домой. Дождик идет, но мы не унываем. На самом деле, хотела вам сказать, что в таком ритме и живут спортсмены. Потренировались, поспали, покушали, потренировались, опять поспали, опять покушали. И очень важно находить хобби, увлечения, смотреть в разные стороны, уметь расслабляться, уметь переключаться, потому что рутина порой затягивает. Я вам уже какое видео показываю, что у нас не такое большое разнообразие, но главное, что мы очень любим то, чем занимаемся, получаем от этого удовольствие, и это, конечно, питает и наполняет нас энергией и желанием двигаться дальше. Но жизнь не такая разнообразная, как хотелось бы, и поэтому ищу увлечения, ищу дополнительные ресурсы для того, чтобы раскрасить ее и становиться каждый день лучше и лучше. Ну а сейчас мы едем домой, обедаем, отдыхаем и будем готовиться уже непосредственно к игре. Увидимся дома. Мне передали подарок из Германии, немецкая команда. Это Штефан, фотограф, который уже очень много лет фотографирует на всех самых больших турнирах, включая клубные чемпионаты мира, всю национальную сборную, все первенства мира, чемпионат Европы и так далее. И так приятно, он всегда меня так поддерживает. Передал для меня какой-то подарок. И вместе с вами его раскроем. Штефан, спасибо огромное. Это просто счастье. Боже, сколько фотографий. Он приезжал ко мне в Бразилию. Смотрите, сколько фотографий из Бразилии. Я не могу поверить. Целый альбом у меня. Это же моя память. Красота. Просто огромное количество памяти. Когда Штефан приезжал в Бразилию, он сказал, что он отправил мне подарок на 30-летие. И вот эта открытка на мои 30 лет. Но сейчас мне уже 32. И он отправил, а ему вернули обратно ее. Она до меня не дошла. И вот он мне прислал уже через немецкую команду. Сейчас открою вместе с вами. A few moments of my international career. Это просто потрясающе. Чемпионат Европы 2007 года. Это мой первый чемпионат Европы. Я посмотрите, какая малявочка. Здесь вся моя карьера. Боже. Это с 2007 года. Мы знакомы с ним. И он с 2007 года меня фотографирует вообще все сборные. И вот подарил мне такой альбом. Это мой сезон в Заречье Одинцова, Лига чемпионов, финал четырех. В Мурсии, в Испании мы играли. Это просто космос. Это просто космос. Здесь в этой книге просто вся моя карьера. Боже. Боже. Штефан, спасибо огромное. Это лучший подарок и просто лучшее, что я могла получить в своей жизни. Здесь вся моя волейбольная жизнь и все мои самые ценные моменты. А в конце книги мы со Штефаном. Спасибо тебе, дорогой друг, за такие невероятные воспоминания. Очень ценю и люблю. Как сказал Федор. Ну что, друзья, поехали на игру? Поехали. Мы готовы. Форма. Галатасарай. Джим-бом-бом. Галатасарай. В моем сердце, на моем сердце, джим-бом-бом. Настраиваемся и едем на важнейший матч. Вначале у нас будет собрание, а потом мы идем готовиться уже в раздевалку и на площадку. Задний ход, Федерико. You come with cup? Between these two characters, we stayed Gülden's home. So she doesn't have any big cup. I just took it this glass, but look. It's you. It's me. You mini. But this one is me actually, yeah, pink one. Yes, I say mini. Bravo. Yes. Hey Jenna. Also, wait, where is? Take my key also. Ay, thank you. It is better key, I think. Это значит, у меня есть пару ключиков от апартамента в Стамбуле. Такие у меня друзья здесь.
Если вы думаете, что у нас есть какая-то специальная подготовка перед игрой, нет. Самое главное мейкап. I say more important, the most important makeup. I don't need so much makeup, but it's okay, you know, just... Just a little bit. Браво. Татьюшка готова. I say Татьяна is ready. Okay. Okay. I'm şöyle böyle ready. Şöyle böyle. One more model for makeup. How it important, huh? Before the game. So important. I feel a little bit better. Better? Haydi. President, say hello for my fans in YouTube. Galatasaray чемпиона. Always. Always. If we don't win, it must be a surprise. But I love you. I love you too. Thank you so much. Ну что, наш день завершен. Невероятная победа моей команды. Это просто неповторимые эмоции, которые не передать никакими словами. Когда команда бьется друг за друга, когда ты стоишь одной стеной и знаешь, что ты можешь положиться на своего партнера, это просто космос. Это просто космос. За это я люблю волейбол, за это я люблю Галатасарай, место, где я играю. Сегодня мы дрались как львы настоящие. Спасибо моей команде, спасибо нашему оппоненту, команде из Германии, Дрездену. Это очень достойный, сильный матч. Я счастлива. А вам хочу сказать спасибо, что были все это время с нами, со мной, с моей командой, за вашу поддержку, за ваше внимание. Увидимся где-то еще. Люблю.